Ну, что касается главного на сегодняшний день боя, наш Рушанин, я так понимаю, Морозов, некий боец, встречается с бойцом из Санкт-Петербурга. Чем интересен этот бой? Морозов Рамеш уже провел два поединка. Первый претендент был на пояс весовой категории до 71 килограмма. А также у него был соперник, которого тоже провел два боя, но... К сожалению, он не смог принять участие, и мы ему срочно нашли замену. Вот. А боец антагонист, он противоположность ему. То есть Морозов Рамеш, у него база ударная, вот, а его соперник борцовская. То есть это будет очень интересный поединок, потому что когда еще зарождалась ММА, всем было интересно противостояние ударника против борца. Вот. Ну, я думаю, сегодня мы это и увидим. Саш, насколько важен для бойцов вот этот самый пояс? Этот пояс, они к этому идут, они проводят не один бой, и для них это очень важно. Что касается других боев, я так понимаю, тоже много интересного нас сегодня ждет. Что, расскажите о программе? Да, я хочу сказать, что также у нас в соглавном бою будет биться Максим Туманский. Вот, а это хороший и друг, товарищ, который тренировался вместе с Александром Яковлевым. Это сейчас действующий боец UFC. Он сегодня приглашен у нас как почетный гость. Вот, и он, так сказать, возобновил свою карьеру. Вот, и покажет сегодня свой бой. Вот, он коренной житель Великого Новгорода. Вот. И я думаю, за него сегодня достаточно много придет поболеть и посмотреть. Очень любопытно место проведения. Как так получилось, что она в декорациях Древней Руси? Нам очень повезло, что мы встретили Зарину, вот это генеральный директор этой площадки, которая предоставила нам площадку. Спасибо им огромное. Очень здорово, атмосферное местечко, очень здорово здесь. А бойцы вообще как отреагировали? Они же, наверное, никогда не дрались в таких декорациях. Никто еще не дрался. Это первый турнир, который проводится вообще в России. Именно на такой площадке, на открытом воздухе, именно в октагоне. Это будет официально зарегистрировано? Да, конечно. Да, конечно. Я хочу заметить, что мы пока единственные, кто проводит профессиональный турнир в Великом Новгороде. Мы уже провели здесь два турнира на корабле «Фрегат». Вот, там прошли небольшие у нас турниры, а сейчас у нас площадка намного больше и зрителей больше. Вот, и у нас, собственно, восьмиугольный октагон здесь установлен. Вот, я думаю, будет очень жарко. Со своей стороны я все вопросы исчерпал, но, может быть, вдруг какую-то деталь я не уточнил, а вы о ней в курсе, может быть, расскажете нам, телезрителям. Или все-таки вот все так уже обо всем поговорили? Но вдруг, знаете, что-то вот выдающееся, что вы не сказали? Да нет, в принципе, мы все с вами уже обсудили, все вопросы нам задали. Спасибо большое.